ты чё, сам встать не можешь? Толик, ну я ударился носом, болит, помоги, пожалуйста. Ай, не выдумывай, сам вставай. Чё ты сам встать не можешь? Такой же большой взрослый клоун, такой клоун Зорик, такой большой взрослый, взрослый большой. Лёлик, я же ударился, помоги, если ты выдумывай. А чего ты сам встать не можешь, например? Смотри, вот, смотри. Я вот могу, смотри, вот, взял и сам встал. А я за упал. Видишь, я же не прошу у тебя помощи. Я за упал, я мозг ударил. Ну и что? Вот ты и друг называется. А что, я тебе друг? Какой ты мне друг? Ты даже мне помочь не можешь в самую трудную минуту. А что, друзья должны помогать разве? Конечно. Ты знаешь, как друг определяется? Как? Это когда он может помочь в самую трудную минуту. Вот это настоящая дружба. А просто хотите хвастаться, я дружу с Жориком или, например, с Каркушей, это не дружба. Ха. Я думал, ты мне друг. Ну ладно. Помоги, пожалуйста. Давай. О, вот теперь, вот ты вот настоящий друг. Ты проявил свою дружбу. Вот это да. Да. Ребята, а вы помогаете своим друзьям? Надо помогать ребятам. А я думал, это дружба просто так, просто вот мы дружим и все. Ну, дружи. Оказывается, Жорик, что нужно друзьям друг другу помогать. Конечно, конечно. Хо. А подай мне, пожалуйста, вот эту штуку, Юло. Конечно, держи, пожалуйста. Ого! Видишь? Ого, Жорик, ты мне настоящий друг. Вот это да, я теперь буду всегда помогать. Надо Жорик. Помогать. И никогда нельзя бросать друзей в беде. Это никогда. Самое главное. Хорошо. Да. Жорик, а поможешь мне помыть посуду? Помогу. А убраться? Помогу. А покушать? Помогу. Нет, не надо, кушать я буду сам. Ну, а ты как друг меня можешь угостить? Да, могу, пожалуйста. Угощу обязательно. Давай я тебе завтра угощу, потому что на ночь кушать нельзя. Да. Вот, ребята. Если у вас есть друзья, помогайте друг другу, и ваша дружба будет только крепкой. Да, да, да. А теперь мультфильм. Мультфильм. Вот это да. Оказывается, быть другом так здорово. Да. Вот это да. Ой, мультфильм. Ой, мультфильм.